В Брестском государственном университете имени Пушкина состоялось важное событие. Руководство вуза, студенты и преподаватели физико-математического факультета собрались, чтобы в торжественной обстановке и в присутствии почетных гостей открыть обновленную лабораторию электротехники. В ее арсенале теперь 8 единиц современного оборудования, и это стало возможным благодаря спонсорской поддержке компании «Бремер». Во-первых, я хочу поблагодарить руководство компании «Санта Бремер» и, конечно же, генерального директора группы компании «Санта» Александра Михайловича Машинского за помощь в укреплении материальной базы нашего университета. Очень приятно и то, что Александр Михайлович, человек, который получил математическое образование, который понимает, как важно действительно на факультетах физико-математического профиля, чтобы было хорошее, серьезное научное оборудование. Это очень трогательно, потому что дух университета – это всегда очень приятно, это красивые молодые лица, увлеченные, свежие, перед которыми вся жизнь впереди. Поэтому, наверное, эта помощь, которая оказывается компанией «Бремер» сейчас для лаборатории, особенно приятно понимать это, что студенты, молодые люди будут проводить здесь время более эффективно и с большим интересом для того, чтобы получить хорошее образование, которое им даст залог хорошего будущего. Теперь, когда на смену морально и физически устаревшему оборудованию пришла современная техника, выполнять различные эксперименты, а также проводить лабораторные работы в области электричества и магнетизма будет гораздо проще и эффективней. Вот одна из лабораторных установок. Эта лабораторная установка может использоваться в качестве демонстрационной на лекциях при изучении темы силы ампера, силы Лоренца, может также использоваться при выполнении лабораторных работ. Суть в том, что есть проводник с током, по которому протекает электрический ток, он помещен в магнитное поле. При помещении его в магнитное поле стрелка отклоняется на какую-то величину, и варьируя величину тока, мы можем определить эту силу ампера. Это не последний подобный проект компании «Бремер», ведь менять жизнь людей к лучшему – один из основных ее приоритетов. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «БУК-ТВ».